40 килограмм с квадратного метра. Такой урожай к зимнему столу собрали самарские агрономы. Весь секрет в уникальной технологии. Кусты подвешивают над землей, поливом не балуют, каждая капля на счету. Но это обеспечивает равномерное увлажнение почвы. Таким образом, урожайность увеличивается на четверть, а то и на треть. Инновационную теплицу в Кировском районе Самары посетил Николай Меркушкин. Влажность, освещенность, метеостанция открывает, закрывает форточки, вот шторку, автоматически алгоритм компьютера прикрывает, когда солнечный свет яркий или микроклимат надо создать. Более комфортных условий самарские овощи еще не видели. Это первая теплица в области, построенная по современным технологиям. В этих теплицах у нас создается благоприятный микроклимат, держится температура, влажность в теплице по заданным нами параметрам. Также у нас есть система зашторивания. Вы видите вверху, да, когда жарко, мы можем закрыться, когда прохладно, наоборот, раскрыть. Томаты в теплице созревают за 11 месяцев, огурцы растут быстрее. На момент визита губернатора урожай как раз поспел. Хотя цены на овощи местного производства кусаются, в их натуральности сомнений нет. Только естественные удобрения и опылители, без яда, химикатов и пестицидов. С помощью тепла, света и дрессированных израильских шмелей по голландской технологии можно вырастить овощное изобилие. Когда за окном минус 30, требуется научный подход. В теплице плюс 20, влажность 70%. На реконструкцию потратили около 300 миллионов рублей, но на этом предприятии останавливаться не планируют. Уже к следующему году обещают запустить плантацию с ягодами и цветами. Выращенные продукции пока кормят столицу. Есть договоры с крупными промышленными предприятиями. До рыночных прилавков региона самарские овощи почти не доходят. Слишком велика конкуренция со стороны импорта. Валерия Квасневская, Артем Сулайманов. События.